Всем добрый день! У меня сегодня есть для вас такое небольшое обращение или объявление для вас, для моих зрителей, подписчиков. Канал у меня постепенно растет, расширяется, вас становится все больше. Спасибо вам за то, что подписываетесь, за то, что вы смотрите мои видео. И хочу сказать, что я, наверное, немножечко неправильно поступила, когда сделала этот канал, потому что канал-то все-таки больше кулинарный на 99%, скажем так. И, наверное, было не нужно пихать сюда всякие влоги, кусочки моей жизни в Сербии, хозяйственные видео. И поэтому для таких видео я решила их переместить с этого канала на другой канал, который будет называться просто Мари Леся. Это будет такой лайфстайл-канал, куда, скажем так, вот переедут все вот эти вот видео, про которых я говорила, и плюс, возможно, будут какие-то еще хозяйственные советы, находки, бюджетные покупки, покупки для дома, для кухни полезные, какие-то, может быть, советы, лайфхаки. Ну, в общем, да, вы поняли. Все такого плана видео будут на другом канале. И на этом канале я уже опубликовала первое свое видео, которое вы можете перейти посмотреть, если вам интересно. Называется «Вдохновляющая осень». Ну, что еще сказать? Те влоги и видео, которые уже были на кулинарном канале, тут и останутся, я их удалять никуда не буду. Поэтому, кому интересно, кто не видел, можете их посмотреть. Они находятся в плейлисте влоги. Это таких два плейлиста, это влоги и полезные советы и покупки. Кому интересно такого плана видео, можете присоединиться ко мне на другом вот этом канале. Ссылку я оставлю внизу. Либо вы просто хотите сделать мне приятное, поддержать меня в моем новом начинании и подписаться, если вам не трудно. Все, на этом все. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что вы со мной. Пока-пока.